В районе парка «Ривьера» к сотрудникам патрульно-постовой службы за помощью обратился местный житель. Как рассказал мужчина, около ночного клуба на него напал неизвестный молодой человек. Он нанес потерпевшему несколько ударов, после чего похитил из кармана сотовый телефон, 6 тысяч рублей и скрылся. Повалили, из кармана достали телефон и деньги, ну, наносили там удары, в общем, и убежали. Уже через 15 минут вор был задержан. Как объяснил 21-летний житель из соседнего региона, в Сочи он приехал недавно. Найти работу не удалось, а взятые с собой деньги закончились. Поэтому и решил пойти на преступление. Забрали у человека деньги и телефон. Как это произошло, поясните. Не знаю, что ступил. Сейчас задержанный находится под арестом. В настоящее время подозреваемый взят под стражу. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Санкции статьи «Грабеж» предусматривают до 5 лет лишения свободы.